Слава, Леонард, который попросил меня, чтобы я не забыл передать ему микрофон. Прошу. Thank you.
Большое спасибо. Добрый вечер. Мы очень довольны быть здесь. Сегодня Лёва и я сыграли концерт в другом зале в этом городе. И это был первый раз, первый наш концерт в России, первый раз, когда мы на сцене по-русски разговаривали. Извините, пожалуйста, язык не крутится. Я родился в Казахстане, и мне было 4 года, когда семья переехала в Австралию. Брат родился в Австралии. Спасибо. Мы начали с произведения брата. Его оригинальная композиция называется «Distance», «Дистанция». И мы сейчас вам сыграем еще одно произведение с Бразилии. Композиция Паулу Беллинати называется «Жонго». И мы, конечно, это тоже хотим посвятить великому Пако. Thank you.
Григориан Бразерс. Слава. Леонард. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Сегодня мы все встаем под джазовые знамена. Я вам напомню, сегодняшний вечер – это фестивальный джем. Джем так и переводится, как сладость и как встреча музыканта после концерта для того, чтобы обменяться идеями, поиграть друг для друга. Ну, а есть и концертные джемы, как сегодня. В любом случае, это прелесть создания новых джазовых импровизирующих коллективов. Сегодня я хочу вам с удовольствием представить для начала трех музыкантов, к которым потом присоединится четвертый. Вам это первое имя знакомо, Доминик де Пьяцца, представляющий Францию. Но я вам должен сказать, представьте себе музыканта, который является французом сицилийского происхождения и у которого отчим цыган. Это вообще цунами. Вот с такой энергетики. С такой энергетикой музыкант. Он вам хорошо известен по его блистательной карьере. Когда-то он влюбился в музыку Жака Пасториуса, великого бас-гитариста. И потом пошел по этому пути уже как создатель новых приемов игры. Игры четырьмя пальцами на грифе. Или специализированная настройка, которую стали перенимать другие бас-гитаристы. Его пригласил в свой состав великий гитарист Джон Маклафлин. Он играл с ним достаточно много лет. И организовал еще одно трио, на этот раз с великим французским гитаристом Берели Лагреном. Кроме того, Доминик колесит по всему миру, играет с высшей лигой мирового джаза, ее представителями, ну и, конечно, преподает. Еще один музыкант, которого называют чилийским Жака Пасториусом, это Кристиан Гальвес, чилийский музыкант, который у себя на родине добился огромного успеха. Он заработал и приз «Лучший гитарист», и лучший альбом латиноамериканского джаза. Он записывается и выступает с такими крупными мастерами, допустим, как Билли Кабом и поколение музыкантов Билли Кабана, Стэнли Кларк и многие другие. И, наконец, самый молодой и, наверное, харизматичный участник этого ансамбля – Дэмиен Шмидт из Франции. Музыкант, который блестяще владеет всей стилистикой игры на ударных инструментах. Рэп, хип-хоп, джаз, латиноамериканская музыка. И вот сегодня вы увидите шоу, которое так и называется «Master of Bass» – «Мастера баса». Я приглашаю их на сцену, ваши аплодисменты, но выходить они будут в своем порядке. Я их всех назвал, а теперь смотрите, кто есть кто. Итак, мы начинаем джем. Доминик де Пьяццо. Кристиан Гальвес. Дэмиен Шмидт.
Thank you.
Hello. Hello. Good evening. Thank you. You are a wonderful audience, wonderful public. Спасибо большое. Спасибо. Thank you.
The
Thank you.
Hello, Damien Schmidt on drums. Damien Schmidt. Christian Galvez on bass guitar. Dominique De Piazza. Christian Galvez. Damien Schmidt. И хотя этот концерт называется «Мастера баса», сейчас на сцену выйдет обещанный четвертый. Четвертый, с которым у Доминика де Пиацца долголетняя дружба, полная психологическая и творческая совместимость. Это один из самых ярких гитаристов России, чье имя занесено в список, в энциклопедию лучших гитаристов мира от нашей с вами страны. Он представляет гитарные фирмы, он сам организует многие международные джазовые проекты, его имя вам прекрасно известно. Это Роман Мирошниченко.
Thank you.
Доминик де Пьяцца, Франция. Кристиан Галуэс, Чили. Барабанщик, пришедший к нам из космоса. Дэмиен Шмидт. Роман Мирошниченко, Россия. Поцелуи не входят в категорию вручения призов. И все это чудо в программе Masters of Bass. Мастера бас-гитары. Доминик де Пьяцца. Кристиан Галуэс. Дэмиен Шмидт. Роман Мирошниченко. Это фантастика, ее можно послушать только в Калуге.